Я знаю таких, как ты. Таких не берут пули. Они выживают во всех катастрофах. Это везучий, зараза. Здравствуйте. Сыскное управление. Фандорин. Вы очень вовремя, Фандорин. Что думаешь, представитель молодого поколения? Там был человек, который связан с погибшим. Все смотрят на человека, который вот-вот покончит с собой. Он смотрит куда-то еще. Почему? Что, Ирас Петрович, морская болезнь? Я ведь понимаю, почему ты так заинтересовался делом Кокорина. Вы ведь потеряли отца? Он покончил с собой? Нет. Я сейчас уверен, что нет. Ну что ж, посмотрим, что ему уготовила судьба. Мы вышли на след опасной организации. Я думаю, все они как-то связаны. Что такое Азазель? Я говорил вам доверять себе. Вот и доверяете. Углубить самого себя – это выбор каждого. Но не ваш. Если и в этот раз выживешь, пообещай мне разобраться. Запомни, Фандорин, виноват только ты! Да убейте уже! Я очень надеюсь, очень, что ваши предположения окажутся неверными. Фандорин, Азазель. С 19 января. Смотрите только на Кинопоиске.